это явление возможно никогда. Никогда в Голландии не сидит внутри дудочки, а также дух. Я обнаружил, что есть случаи, которые мы не можем удовлетворительно объяснить генетикой, влиянием окружающей среды или же их комбинацией. А откровенно в прошлой жизни существует вкусных блюд из шелковой одежды, какие были у него в прошлой жизни. Не владеет немецким, знает английский. Откуда знание немецкого возникает? Только ли это плод больного воображения? Реинкарнация. Правда или вымысел? Возможно ли переселение душ? Почему люди помнят свои прошлые жизни? Эти вопросы мучают умы многих ученых долгие столетия. Наша лаборатория решила взяться за эту научную загадку. И мы уверены, что у нас все получится. А вы помните вашу прошлую жизнь?